Автомат «Мечта Алисы». Тоже с антоцианчиком сорт. Синий. Плюс еще у него плоды оранжевые в красную полоску. Такие вот тигровые. Тут плод вообще красивый. Смотрите. Это результат ливня. Лопнул и начал портиться. Прошелся ливень, и плоды многих сортов полопались. Если бы был умеренный дождик, этого всего бы не было. Вот такая у него мякоть. Оранжевая с красной серединкой. По краю тоже красный. Капает сок. Очень уже перезревший. Плоды весом 328-389. Встречается до 500 грамм. Очень много плодов. Кусты до 1,20 м. Формируем два стебля. Обычно мы все сорта два ствола формируем. Вот такой вот необычный сорт.